Привет, друзья! Сегодня бы хотел коротко сказать о наборе Яндекс Дом. Конкретно у меня Яндекс колонка от Ирбис, умная колонка Яндекс с Алисой от Ирбис. Потом у меня умный пульт от Яндекс, просто называется Яндекс пульт, и умная розетка от Яндекс, которая называется розетка Яндекс. Итак, друзья, что хотелось бы сказать? Прежде всего, по поводу всего этого. На все это потрачено 5000 рублей, друзья. 5000, 1400 и где-то, в районе 3000 и где-то в районе 2000 вот эта вот колоночка. 5000 рублей, друзья. Что вы бы могли купить на 5000 рублей? Скажем, Mi Box S. Согласитесь, это кто-то скажет, что это дурацкая покупка, там есть 8 ядер, 6-ядерное графическое ядро и 4-ядерное обычное ядро, обычный процессор центральный, голосовое управление и так далее. Можно смотреть канал, YouTube, просто подсоединив телевизору. На эти деньги очень много чего можно купить, извините. Я просто не знаю, из техники и так далее, это перечисление, можно какую-нибудь колонку себе купить неплохую. О, кстати, та же колонка от Xiaomi мне обошла где-то в 4000 рублей. То есть, то даже дешевле. Ну да ладно. Но для чего это? Во-первых, все это, я сразу же забегаю вперед, я скажу так, все это, кроме как красивый вид, не абсолютно бесполезно, но не нужно и никто этим не пользуется. Умная розетка, говорить Алисе по 10 раз, а слушай, Алиса, ждать, смотреть на нее, ждать, пока она загорится, потом она может включит, а может не включит, а может она просто включит музыку, если вы скажете, там, включи елку, да, или включи свет, да. Потом не везде работает, скажем, я подсоединял к холодильничку маленькому, шитаки, у меня есть видео, она не работает с ним, то есть сразу же холодильник выключается. Потом, что еще? В целом-то это просто голосом вы командуете, она включается, выключается, можете просто подойти, нажать на кнопку, все. Я потом уже начал нажимать просто на кнопку, чтобы включать гирлянду и выключать сам, потому что так намного быстрее. По поводу колонки неплохо, да, поначалу было задавать ей какая погода или какие-то вопросы. Общаться с ней, честно скажу, не тянет. Ну и узнавать тоже что-то нет, когда есть смартфон, сразу же можно посмотреть по смартфону всю информацию. Управлять голосом, это просто, слишком долго времени тратить, когда можно так все сделать, да. Потом, я просто не пользовался, вот не пользуюсь этим. Потом, умный пульт от Яндекс, у меня вообще смарт-ТВ, и поэтому этот пульт абсолютно бестолковый, может, опять же, через колонку, только или через смартфон. Надо командовать, типа, включи, единственное, кто для девушек и бабушек, которые будут командовать, включи 25-й канал, и если у них телевизор, у меня нет телевизора, я не смотрю, первый, второй, третий, у меня смарт-ТВ, у меня нет вообще первого, второго, третьего, 20-го канала вообще в принципе. Ну, а то, когда, как она уменьшает громкость, если я скажу, скажем, убери громкость, это ужас, на одно деление. Ну и самое фирменное, это выключи телевизор. Она, конечно, выключит, может, конечно, и включить. Вот. Но абсолютно бестолковая штука, потому что, подсоединив к телефону, просто за... есть Google Home, и его к нему можно подсоединить. Netflix у меня есть на канале, да, этот ролик. И можно уже голосовым управлением управлять Netflix с мобильного устройства. Вот. Так что, друзья, что подвожу итог, что 5000 просто отданы, просто так непонятно зачем, непонятно для чего. Вот такая вот красивая пирамидка, разве что, можно ее собрать куда-нибудь, поставить и всем расскажут, что это умный пульт, он может, и знаете, голосом включать телевизор, но кого это удивит, когда с смартфона уже Алиса тоже много чего может, и поэтому... Включать голосом гирлянду, это такой себе эффект, такой типа, посмотрел, увидел, забыл. Вот. Ну и, к сожалению, вот эта вот колоночка, ужасные вот минусы, плохо слышно микрофон, тут два микрофона, видите, вот, раз и два.
И надо, вот я сейчас говорю, Алиса может просто не услышать. Просто меня не услышать. Из плюсов, красивый дизайн. Вот за дизайн всегда лайк, всегда класс, всегда огонь. Дизайн — это круто. А в остальном это бесполезно, к сожалению, друзья. Вот такие замечания, я должен сказать. Пока это все очень медленно, непонятно для чего, зачем, непонятно... Ну, короче, я думаю, что если бы в моем доме было, типа, скажем, хлопок один, включается гирлянда, если бы я мог настроить два хлопка, у меня, скажем, там, включается музыка моя любимая, или там включается телевизор, вот тогда только можно, ну, или там, знаете, несколько вот таких розеток, да, вы хлопаете постоянно, сколько, раз, два, три, там, перехлопываете азбуку Морса, и у вас там по двум хлопкам включается одно устройство, по одному другое. И вот тогда было бы неплохо. Но а так это слишком долго, непонятно зачем, и дорогостоящее, и вообще вот так вот, друзья. Так что вот такие вот замечания. И я, если честно, знаете, бывает техника... Да даже, друзья, да даже моя, вот это вот мой очиститель воздуха Балу. И это не реклама, у меня есть обзор на канале, который я купил год там назад, или уже полтора или два года назад. Мне приносит больше радости. Я его купил там 500-600 рублей, что-то там он по акции. Ну, короче, мне достался рублей за 600 там, или 700. Я всегда хотел, здесь вот есть ионизатор воздуха. Вот он здесь вот сбоку. И фильтр здесь, он фильтрует воздух, а пыль здесь собирается и так далее. Потом надо очищать, собирает пыль, просто гоняет воздух, значит, снизу, прогоняет, очищает и выдувает вот сюда. Плюс есть ароматизатор вот на самом донышке, на донышке. Есть ароматизатор и, кстати, не удивляюсь, там грязно, потому что должно быть, потому что он собирает там грязь. И он, значит, приятно пахнет, ионизирует воздух, то есть воздух вокруг становится чище, как вы знаете, пыль начинает сразу же оседать, в ионизированном воздухе она, не, по идее, должна не летать, а падать. Вот, он замечательно светится и стоит, вот, понимаете, это функциональная, четкая, вот у ней задача фильтровать, чистить воздух, она справляется с этим. Берем пульт. У него задача управлять телевизором. Управляет ли он моим телевизором? Нет. Может ли он включить Netflix? Нет. Может ли он нормально порегулировать громкость? Нет. Может ли он включить какое-то приложение на телевизоре, которое я ему скажу? Работает? Нет. Работает ли он Smart TV? То есть, можно ли ему управлять Smart TV? Опять же, нет. Нет, 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 нет. Значит, потом про вот эту розетку уже все ее захейтили, спрашивают вопрос, может ли она думать, умная розетка, нет, может ли она, скажем, я не знаю, делать какие-то операции, ну, допустим, она может только включать и выключать, да, а, я не знаю, там, таймер, кстати, поставить, чтобы он включился на какое-то время, я не разбирался, кстати, возможно, и можно, вот. То есть, вы понимаете, да, то есть, может ли она включить ПК? Нет, она просто подаст питание и все, понимаете, нету никакой вот этой вот с Яндексом штуки, настройки, чтобы она там включала что-то, ну, то есть, ну, с другой стороны, неудивительно, это просто розетка, она бывает либо включена, либо выключена, что можно сделать вот этой кнопкой. Ну и колонка. Ну, кстати, неплохой звук, я уже не буду прям полностью хейтить, хотя один раз упал, и после этого звук не особо, дизайн, мне понравилось, качество пластика, вот здесь прорезиненный верх, вот здесь вот, значит, такой ободок, светящийся разными цветами. Кстати, сейчас я отключил ее, потому что у меня, значит, я поменял логин и пароль от почты, и теперь надо всюду все менять. Минус, смотрите, вы только посмотрите, вот как торчит, как выглядит, вы видите, вот это вот, видите, торчит, оно даже не до конца входит, вы видите это, да? Не до конца, и поэтому, вот, видите, видели, вот так уже не работает, видите, чуть-чуть искривлено,
Вот, кто делал это, как это просчитывалось. Вот здесь вот, вот послушайте меня, вот здесь хоть вот продумали, чтобы провод вот этот не выпадал здесь, в этом ненужном пульту, даже продумали вот это, чтобы полностью почти входил, ну короче, чтобы держалось вот так, все продумано, видите? А здесь нет, нет, не держится вот это питание сбоку, оно выпадает, постоянно не работает. Постоянно Алисе говоришь, включи там гирлянду или свет, она говорит, я включаю музыку. То есть, что вообще происходит? А, еще умная лампа. У меня не Яндекс умная лампочка, у меня обычная лампа. Ну, Xiaomi лампа, но она работает в коллаборации с умным домом. И, короче, я ей тоже не пользуюсь. Тоже. Почему-то. Ну, не знаю, может, это я такой. Я в интернете тоже увидел скепсис. То есть, понимаете, давайте, ура, ура, давайте сделаем умный дом. А кому он нужен? Зачем он нужен? Почему он нужен? Там, для чего? И так далее. Вообще никому не приходило в голову, никто не задавался вопросом. Друзья, вот такие вот замечания. Так что сплошной негатив. Но все это лежит, все это не работает. 5000 рублей, конечно, продавать через Авито в полцены, но зачем продавать через Авито в полцены? Может быть, в будущем что-то допилят, и это можно будет использовать. Ну, колонку-то точно, да, управлять Алисой. Вот. Управлять через Алису всем. Кнопочки неплохо нажимаются. Ну, не надо иногда и орать. Вот я тихо говорю, слушай, Алиса. Она не реагирует. Слушай, Алиса! Вот так вот говоришь, она начинает реагировать. Хотя музыка-то тут не играет вокруг. Печально, тоскливо, как же печально. Говорят, что другие колонки просто утыканы, значит, микрофон, прошу прощения. Так что вот такие замечания, все, ну, блин, печально, друзья, простите, что за негативка. Ну, все будет хорошо, всем доброго, всем пока, до свидания.